В начале декабря нынешнего года компания BS2, специализирующаяся на банковских технологиях и входящая в группу компаний Pinky Continente, организовала для своих инженеров специализированные двухнедельные курсы, которые прошли в центре обучения BS2. Целью их проведения являлось обучение работе с последней серией оборудования Синео, и для этого из компании Winker Nixdorf был приглашен сертифицированный инструктор Йохан Хорнинг. Это событие стало возможным благодаря исключительному статусу компании BS2, которая является единственным в мире официальным представителем Winker Nixdorf. Компания BS2 yra vienintelis pasaulyje oficialus partneris. Компания BS2 является единственным официальным партнером Winker Nixdorf, что позволяет нам проводить обучение такого уровня. К нам прибыл специалист из Winker, который проведет курсы по системе Train to Trainer. Это повысит уровень квалификации наших инженеров, которые впоследствии смогут посещать наши дочерние компании в различных регионах мира и обучать местный персонал. В течение первой недели специалисты отдела технического обслуживания BS2 ознакомились со спецификой продуктов Синео и уже во время второй недели вместе с Йоханом Хорнингом обучали инженеров компании BS2. Данные курсы – это специализированное индивидуальное обучение, рассчитанное на специалистов компании BS2. Пройдя курс обучения, они смогут самостоятельно обучать других инженеров. Мы начали с обсуждения концепции проведения курса обучения, после чего провели совместные учения, в ходе которых специалисты смогли увидеть, как мы работаем. Ну а позднее они сами провели учебные занятия. По завершении обучения специалисты отдела технического обслуживания BS2 получат право работать с оборудованием новой концепции Синео 4060, а также обучать персонал партнеров, клиентов и представителей дочерних предприятий. Банкоматы Синео с функцией Cash Recycling – это устройство самообслуживания нового поколения. Они могут как принимать, так и выдавать наличные деньги, в том числе только что принятые от клиента. Кроме того, в них используются универсальные кассеты, которые подходят для любых устройств самообслуживания. Это относительно новая технология, которая позволяет банкомату не только выдавать и принимать банкноты, но и снова выдавать только что принятые купюры клиенту, что в свою очередь позволит удлинить цикл оборота банкнот, уменьшить количество инкассаций и снизить расходы банков. Разумеется, это дает определенные преимущества, так как деньги принимаются и выдаются одними и тем же универсальными кассетами, которые не требуют столь частого заполнения. По мнению специалистов, принимавших участие в учениях, технология Cash Recycling стремительно набирает популярность во всем мире. В некоторых азиатских странах эта технология используется на 90% устройств самообслуживания.